Друзья, всем привет! Сегодня 23... Друзья, всем привет! Сегодня 31 января 2024 года. Небольшой незапланированный влог, который я хотел записывать завтра. Но у меня произошло просто невероятнейшее событие, и я поэтому решил не оттягивать и записать его сегодня. Беру я, значит, свой геймпадик замечательный на PlayStation 3, включаю, захожу в подписку PlayStation Plus, думаю, посмотрю, может быть, что-то новенькое скинули. Ну, так просто полазю, порыскаю. И что я вижу, ребята? Я вижу Sniper Elite 5, версия для PlayStation 5. Да ну нахуй! Вот 4, вот 5, уже я на скачивание поставил. Я охренел! Я охерел просто. Ребята, я охренел. Я же ведь так до конца ее и не прошел. Я ее проходил, или Sniper Elite 5, на Xbox Series X, когда у меня был. И я прошел процентов 20 буквально. Да, она мне не очень понравилась. Я даже целый видос по этому поводу записал, бомбил, все. Но все равно, как бы оно там ни было, но это лучше, чем сейчас мне перепроходить God of War 3. Хотя я ничего против не имею. Замечательно его прохожу, мне все нравится. Перепрохожу, конечно, уже в пятый раз, наверное, не знаю. Но в любом случае... Блин, лучше что-то новенькое, понятное дело, да? Вот, обязательно я сейчас, ребята, залипну, Sniper Elite 5. И это не все, это не все. Дальше лазю, смотрю. Думаю, не пойму, GTA. GTA 5. Вот. А я же свою GTA-шку продал вместе с приставкой, которая у меня была. Ну, Digital Edition раньше у меня была. Сейчас у меня такая версия. Ну, кто не знает. Сейчас у меня с дисководом. И, в общем-то, я когда продавал ее, и продал вместе с аккаунтом турецким. А она у меня была купленная на турецкий аккаунт GTA 5. Я смотрю, значит, думаю, наверное, версия 4. А версия 4 у меня есть. Я ее покупал еще, когда у меня четверка плойка была. Вот. И, в принципе, я ее скачал, в нее вот и играл, по сути, в последнее время сейчас вот в GTA для четверки. Думаю, ну все равно хочется для пятой, да? Ну что, блин, даже уже покупать собирался, все. Смотрю, она есть. Думаю, что-то развод какой-то, не пойму. Скачивается. То есть в подписке PlayStation Plus есть GTA 5 версия для PlayStation 5. И все, ничего, мне, у меня вообще все, гельштальт закрыт, просто пушка-бомба, обалдеть. Ладно, ребят, ну такие вот, обалдеть, для меня это просто шок какой-то. Вот молодцы все-таки PlayStation... Контора пи***цев. Но в этом плане они меня удивили. Дальше. Что я планирую вообще, какие у меня планы? Смотрите, я только недавно, друзья, увидел такую печальную... Ой, блядь. Смотрите, историю. Видите ножки? Ну, вот резиновые ножки, да, в принципе, вот. Ну, они четыре. Вот четыре ножки. Ну, вот я вам уже показываю, одной нету. Блин, я только вот недавно увидел. Вот. Ну, в принципе, все хорошо. Я надеюсь, видно, да, что ножки нету. Вот она есть, вот ее нету. Думаю, елки-палки, так-то похрен, но ее вообще не видать, и она стоит все равно устойчиво. Вообще не скажешь, что там нет ножки, то есть все четко, вообще, пофигу. Но нет, я так не могу. Но благо на Алике есть, я уже заказал, все четыре ножки заказал, они там стоят 150 рублей. В общем-то, поменяю, все четыре будут новые четыре ножки. Дальше, что я хочу. С пятой плоечкой, видите, у меня GTA-шечка здесь даже стоит. Пятая. В общем-то, хочу ее полностью разобрать. И посмотреть, сколько там за все это время скопилось грязи. Просто интересно. Да и интересно, и в плане профилактики это же надо делать. Я смотрел там пломбы. Да и бывшие владельцы сами говорили, что они ее не разбирали, не трогали вообще. А покупали они ее. То есть она в одних руках была. Думаю, разобрать, посмотреть в плане и ролик записать по этому поводу. Так что вот такие дела. А, по дискам еще. Я, в принципе, уже показывал их неоднократно. Но для тех, кто не видел, просто новые ребята подтягиваются. Rayman Original, полностью на русском языке, Essential. Assassin's Creed, 3, Valhalla. Dead Space 2. Call of Duty 4, Modern Warfare. А, ну, это GTA-шечка, 5. Жалко, кстати, у меня нету здесь этого. Карты нету, блин. Что я хочу? Я хочу доукомплектовать все-таки приставку. Во-первых, надо мне купить... Надо мне купить второй геймпад. Блин, ребята, я охренел. Оригинальные геймпады, подержанные, бэушные, минимум 2000 ушатанные, в нормальном состоянии от трех. От трех штук. Оригинальные геймпады на PlayStation 3. Вот, я думаю, да ну нафиг. Для чего? А чем более я что, играть в нее, что ли, буду? Нет, не в принципе для того, чтобы просто полностью его укомплектовать, чтобы был полный комплект два геймпада, как положено.
и для того, чтобы играть в Mortal Kombat 9. Самая моя любимая часть. Как у меня есть, да, самая любимая часть PlayStation 3. Приставка, самая любимая приставка у меня это PlayStation 3. Да, хоть и есть и 5, все равно PlayStation 3 это самая лучшая. И вот Mortal Kombat 9, это моя самая любимая часть Mortal Kombat. А она только на тройке. Она только на троечке. Так что придется мне ее покупать в любом случае. Посмотрел диски тоже, блин, 1500 диск. На PlayStation 3 диск стоит 1500 мортика. Обалдеть, там... Ну что, ну возьму. Куда деваться? И геймпад. Но геймпад я все-таки решил брать не оригинальный, потому что, ну, там, не знаю, блин, раз в месяц в мортик со Светкой порубиться. Свет, ну, может, не раз в месяц, может, пару раз. Ну, какая разница? Смотрел, в общем-то, есть неплохие, хорошие копии. Там и гироскоп есть, и там все эти темы, все эти дела. Все, полностью, абсолютно один в один. Еще, короче, там за 1000 рублей. Хорошие прям копии вообще, там не отличишь, говорит. В общем-то, буду брать, наверное, такую. За 3000, да нахрена. Ладно, это не столь важно. Ну, по коллекции тут ничего у меня не изменилось. Sony PlayStation 1, слимочка у меня. Рабочая, полностью все отлично. И Dendy Junior, оригинал. Это не новодел, ребят, это оригинал. В общем-то, качество классное, обалденное. Ну, уже 100 раз показывал, может, ребят новый подтянется, не знают, может быть. Так, что еще хотел сказать из важных новостей. Ребят, спрашиваете, где я покупаю игры и подписки? Я их не покупаю. Да, потому что, в принципе, у меня подписку я купил вместе с приставкой, и мне так досталось на год. Мне теперь долго об этом париться не надо. То есть у меня до следующего октября же, блядь, подписка есть. Вот. А игры, у меня все, которые нужны, они есть. По сути, все, мне не надо. А вот уже вам я могу порекомендовать моего очень хорошего друга. Наверняка многие из вас его знают. Дима с Урала. Это не друг по интернету. Живем мы рядом, даже мы ролики иногда вместе с ним снимаем, ну, у нас влоги даже совместные есть. Вот, в общем, он со своими друзьями сделал группу ВКонтакте и всем этим делом там занимается. Продают игры, подписки, он там редактор, модератор, короче, он там у руля. Ну, и меня подтягивает туда, в общем, тоже сейчас там, тоже буду принимать участие. Поэтому там одни из самых низких цен, постоянно акции, скидки, распродажи. Я вот в телегу вчера скидывал, что в феврале будут там, в общем-то, скидки, акции, посмотрите. Вот на телегу, кстати, мою подписывайтесь, я там бывает иногда очень хорошие и интересные предложения скидываю. Так что, ребят, самое главное, что там гарантия 100%, потому что мошенников сейчас пруд пруди просто везде, на Авито кругом. Впереться, а подписка стоит дорого, да, сейчас она сколько там, 12, 13, 11 тысяч. Короче, вопрётесь, ну, будет хреново. А здесь уже гарантия, как бы, да, и цены хорошие. По планшету спрашивали, в общем-то, сколько он у меня уже, наверное, с месяц, да? Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Ну, что хочу сказать, ребят, по сути, разница только в размере. Ну, что я его верчу-кручу, так расскажу. Да, в скорости работы какой-то разницы я не вижу, в серфинге именно, да, там вот YouTube, интернет, там браузер, все это дело. Нет, ну там вы разницу не заметите. Единственное, где я вижу разницу, это в рендеринге, да. Там разница есть, в половину. То есть, грубо говоря, если у меня Tab S8 делал одну работу за определенное время, то Tab S9 делает ее в два раза быстрее, ребят. Это вообще без привлечения. В два раза. Я просто в шоке. Вот в этом да. Ну, это только рендеринг. Только рендеринг. В остальном разницы я никакой не вижу. Экран тоже, я бы не сказал. Кстати, к Шиму ничего, никаких проблем нет. Нет, ничего, вообще не болит. Может быть, я к нему не воспричу. Может быть, здесь хороший. Здесь стоит какой-то супер динамик AMOLED уже второй ревизии. В общем, там он крутой, обалденный. Настроил естественные цвета. К экрану нет претензий, ребят. Ничего, глаза не болят, не устают, ничего. Все ништяк. Кстати, что там у нас с погодой? Хоть давайте глянем. Ух ты, 1 градус тепла. Видите, какой градусничек мы купили, ребят? Хорошо вам видно? Приклеили на присоске там его. Вот. В остальном по планшету ничего не хочу сказать. Держит он, ну, чуть побольше, может быть, чем Tab S8. Ну, а по размеру привык, не привык. Пока не привык. Все-таки тот, конечно, гораздо удобнее. Но в каких-то моментах, естественно, на Tab S9, за счет того, что большой диагонали, конечно, гораздо удобнее работать в полноразмерном режиме браузера. Да, там, ну, экран больше, у тебя как бы все вмещается. А вот в руках уже, конечно, юзается не так. И тяжелее как-то. Ну, это все чувствуется, базара нет. Не, пока не привык. Ну, короче, есть свои плюсы, есть свои минусы. В монтажке, не знаю, на том тоже удобнее было, как-то он полегче в руках. Я же монтирую на ходу, так хожу, монтирую. Вот, в общем, ну вот так. Пока нет. Ну, еще, может, мало времени прошло. Пошли позавтракаем. Покажу вам, чего я сегодня наготовил. Такую херотень вчера сварил вообще. Рубрика «Что в моем холодильнике?». А что вы делаете в моем холодильнике? В общем, ну здесь у меня лимон,
Света его любит, чай с лимоном. Я, естественно, люблю просто крепкий чай пить. Хлеб. Вот. Это я сейчас покажу более подробно. Бурдамагу, которую я наварил. Здесь бульон. Варил овощи, которые я сейчас вам покажу. Это просто бульон. Я его оставил для того, чтобы в нем потом какой-нибудь супчик замутить. Он насыщенный, хороший. Капуста, яблочки, сало, лук, морковь, кетчуп, горчица, майонез. Да не пикать ты. Томат, Светкины лекарства какие-то, хрен, крема, томат. Тут хрен знает что, колбаса, масло. Ну все, ребят, у нас всегда скромно. Но, в принципе, здесь вот там пельмешки. Кстати, вкусные, ребят, могу порекомендовать. Обалденные пельмени, сибирские. Вот. Сделано Желен, с любовью. Желен изготавливает. Ручная лепка. Запоминайте, сибирский ручная лепка Желен. Охерительные. За свои деньги топ из топа просто. Все, больше там ничего нет. Смотри, какая помойка. Блин, когда мы тут разгребем? Жесть. Жесть! По телеку тоже многое спрашиваете. Смотри, прилаз включаю, ребят. Я таких тормозов еще не видел ни разу. Это тупейшее из тупейших существ. Вот смотри, я отключил уже интернет. Вот вы видите, да? Интернет отключил. Иначе вообще жопа. Почему, когда я включаю, я сразу хочу попасть, чтобы мне включился канал, как это было по-человечески у меня на Sony. Меня выкидывает в меню. Хрен с тобой. Нажимаем. Но это мы сейчас подождали, он прогрузился. Вот я нажал. Смотри, как все это тупо происходит, медленно и долго. Ты ж, падла, уже прогрузился. Я стоял 2 минуты разговаривал. Он не включает. Вот. Вот. Только пошло. Вот. Вот пошло. Я хочу переключить канал. Смотри, нажал. Смотри, сколько времени проходит. Смотри, сколько времени. Смотри. Вот. Только сейчас он переключил, падла, канал. Смотри, нажимаю. Нажал. Элементарная, сука, функция. Просто переключить канал. Проходит 15 секунд. Очень долго. И бывают там подтормаживания, зависания иногда. Не так часто, конечно. В остальном, ну вот, медленная работа. И непонятно, нахрена он меня выкидывает постоянно вот в это, в меню. И по-человечески как-то нельзя. Ну да, вот, ну вы же знаете, как должно быть в телевизорах. Каналы щелкают, щелк, щелк, щелк. Они прям вот, ну вот так листают. Вот так листать должны. А это, сука, ты видел, сколько он думает? Баран тупорылый какой-то. Короче, пошли погоду посмотрим. Я бомблю, Светка говорит, да ладно, что ты, говорит. Мы его тут, в принципе, ты не смотрим. Я говорю, у нас как радио. Мы его даже включаешь, он минуту включается. Что я хотел за 10 тысяч, да, там, за 13 тысяч? Короче, смотри, какая погода. Погода, в принципе, классная. Сегодня с утра пурга прям такая была. Но вот сейчас ветер, может задувать, конечно. Ну, слушай, красиво. Беленькое все, зима, холода, одинокие дома. Да. Потом летом будет прикольно на все это смотреть. Сейчас-то чего, уже наелись. Зима-то уже, в принципе. Тут один месяц остался, и зима-то уже кончится. А прикинь, как летом приятно вот это все смотреть, да? Рассматривать снежок. Я еще когда похмела, ребят, я всегда вот так делаю. Я вот так вот здесь встаю. Вот так вот, и вот так. Ну, то есть там, вот так вот, прям снегом. Он, видишь, сейчас, что у нас, тут 1-0 градусов. Он такой, как скажем, слипшийся. А когда он рассыпчатый, он так прямо вот, он так... так бодрит. Люблю зиму, с одной стороны. Есть в ней что-то такое, да? Есть, душевное. Особенно, когда теплая зима. Ну вот пурга есть, я что сказал, уже пурги нету? Не, есть. Вон, смотри, надо на крышах, как смотри. Сдувает с крыш, видишь? Наверное, ни хрена вы там не увидите, потому что камера-то широкоугольная, это там вдалеке, и так я-то вдалеке вижу, а вы, наверное, там вообще ничего не увидите. Ну, здесь по технике у меня тоже все, вот кольцевая лампа для стримов, кастрюля наша супер крутая, в общем, ну, тут как бы ничего не изменилось. Ну и вот, мой шедевр кулинарного искусства. Здесь морковка, свекла, лук и капуста. Просто отварил в воде, бульон вы видели, я вам показывал. Ну и вот они овощи, просто овощи в воде. Но, как я их ем? Я купил специально. У меня есть и такое масло, вот, рафинированное. Я его не ем, мне Света его ест. На нем жарит яйца обычно, там что-то такое. Я ем вот такое. Не рафинированное, не дезодорированное. Оно, короче, семечками пахнет прям. Я такое люблю. Что масло должно быть маслом. А это что за безвкусная какая-то? Не знаю, хренотень.
Мне не нравится. В общем-то, незамысловато. Просто этим маслом залил, посолил. А, и вот этими специями еще. Есть вот такие у меня специи. Мельницы. Это с курицей, для курицы. Ну, она, не знаю, не плевать, для курицы, не для курицы, вкусные, ладно. Ну, и вот тут практически больше черного перца. В основном. Мне вот это больше нравится. К мясу. И вот тут перца черного много, душистый, ароматный черный перчик. Вот мне она нравится. И, короче, вот этой вот приправкой крык-крык-крык-крык-крык нахрустел. Ребят, красота. Витаминчики. Не то, что худею или что-то. Не, витамины нужны же, что. Ну, для пищеварения. Клетчатка, грубо говоря, да, клетчаточка. Пришел сегодня завтракать, смотрю, не пойму, где моя пайка из двух яиц вареных. Нету. Думаю, что это такое? Думаю, что, обиделась на что-то она на меня? Или что-то она меня лишила пайки моей яичной? А, заглянул потом в холодильник, смотрю, а яиц нету. Думаю, ну понятно, яйца кончились. Ребят, смотрите. Все равно, да, запечатлять моменты такие надо, красота. То есть, лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Ну вот так, давай даже, чтобы на фоне, чтобы фон немного выпадал. Так, чуть-чуть запечатлить. Зимнее солнышко, ну что может быть лучше? Бляха-муха, красота. Но, с другой стороны, есть сырок я нашел. Вот такой сырок, дружба. Пестравка. Пестравка какая-то. Без растительных жиров. Виноград нарисован. Что с виноградом? Не знаю. Вот такой сырок. Блин, нафига я его рано достал, он что-то уже остыл. Он холодненький был. Короче, позавтракаю сырком. В общем, уже 20% скачалось у меня. Вот, видите, GTA 5, PlayStation 5. Вот, с подписки я ее качаю. 20% идет загрузка. Уже 20% загрузилось. Sniper Elite 5 у меня в очереди сейчас стоит. А вот у меня версия для PlayStation 4. Она у меня есть, я в нее играю. Вот, то есть можно играть хоть сейчас. Tetris, вот, цвета играет. Ну, я тоже иногда, но сейчас уже нет. Вот, Контру проходил, обалдительно. Такое музыкальное сопровождение, там, прям ностальгичное. И сама игрушка-то неплохая, очень динамичная, крутая. Вот это я Atari накатил. Ну, это какая-то вообще там двухпиксельная игра, там, жесть вообще, блин. Это тоже Atari. Вообще надо удалить. Ну, так чисто для себя. Там, блин, она весит вообще полкилобайта. Toy Story 3 проходил. Кстати, прикольная такая. Мне времена Sega, Mega Drive напомнили. И вот Mortal Kombat тоже. Вот, смотрите, ребят. Такие игрушки. Кто говорит, что плохая подписка? Вот. Скачанная тоже Ultimate 11 версия для PlayStation 5. И Miles Morales. Тоже по подписочке. В подписке, ребят, игр просто до хрена хороших. Это не все. Я там сейчас могу вон, в библиотеку зайду, там еще вон, вам все показать. Вот, кстати, прохожу я этого. Бога войны 3. Вот тоже по подписке. Все по подписке. Блин, не знаю. У меня сейчас этих проблем нет, мне все хватает. Ну, здесь что? Здесь что? Вот так я в микрофон кому показывал, да, вот так я теперь сделал. Блин, так удобно стало. Просто шнурочек взял. Вот мой супер запатентованный штатив. Раз, чик-шпок, все четко, классно, обалденно. Кратос вернулся, дорогой ты мой друг, наконец-то ты вернулся. Красавчик, талисман. Все, теперь все будет у нас хорошо, ребят, на канале. Раскладушка. Ну, в общем-то, та же самая Z2. Fold 2, Z2. Блять, этот грабина, это та же самая у меня. Asus или какой Asus, хер знает. Коробки, PlayStation, это сегодня поедет у меня. Вячеславу Игоревичу сегодня она поедет у меня. Не сегодня, завтра поедет. Вот такие дела, ребят. Если кто вчера не смотрел мою распаковку на Bluetooth-колонку 3-bit X-Sound Go, у меня две штуки, одна черная, одна синяя. Скоро выложу на Авито, имейте в виду. Я говорил, что в эту пятницу планирую провести стрим. Ну, я знаю, что мои распаковки мало кто смотрит, и просмотров они не набирают. Но, в общем-то, вот вам сейчас во влоге говорю, что в эту пятницу планирую стрим. Так, вот эти наушники я продаю на Авито. X3, хорошие. Ample Game. Ребят, хорошие наушники. Их уже я выложил на Авито. Их продаю. Вот это Zero 2, не знаю, и надо будет тоже выложить. Пока что-то... Или выложил я их. Не помню. Можете посмотреть. И вот это вот SSA. CCKH. Хер знает, что это такое. В общем, наушники. Десятку они стоят. Ну, и вы видите даже, что они запечатаны. Пока... Не знаю, может быть, завтра сниму. Пот, придурки, опять прислали мне вот этот пот. Не знаю. Если кому-то надо пот, видите, я не могу выложить объявление. Если кому-то надо вот это там по дешевке,
напишите в личку куда-нибудь, продам. Даже распечатывать не буду, прям вот запечатанный вам его отдам. Потому что я все равно обзор на него не буду снимать, нахуй, пошли. Чтобы меня потом это там мутят, что-то крутят они с этими законодательствами. Поэтому я решил больше не делать эти обзоры на всякие вот эти поды, моды и вот эту всю вот эту поебистику. То же самое дело, кстати, стримов касается. Тоже принимают какой-то закон, ё-моё, не знаю, чего принимают, но в любом случае надо теперь будет делать все это поосторожнее, помягче. Стримы будут теперь не такие агрессивные, так скажем. Света, в принципе, до этого даже уже сказала, что я вообще на стримах больше пить не буду. Пердёшь это все. Нахер надо. Тем более я еще мозг промыл после этого. Она посмотрела на себя со стороны, как она себя ведет. Она говорит, все, убери, я не буду, я больше никогда в жизни не буду. Я говорю, ну и тем более, я буду еще это контролировать. Если она, не дай бог, хоть капли я увижу, я буду стрим обрубать сразу. Ну нахера мне эти риски нужны, ребят? Да, вот, кстати, хотел показать. Пользуюсь случаем, передаю привет авиатору. Вот. Все время мимо него хожу и никак не покажу. Дима, авиатор, привет. Олеся, жена авиатора, привет. Самолет ваш стоит. Вот он, заряженный. Наверняка с пустыми бутылками. Просто кто не знает, для новых подписчиков, зрителей, это вот мне такой подарок сделали собственными руками мои друзья. Вот такие дела, ребят. Так что в любом случае теперь стримы будут меняться. Рисковать нахер надо, к чему? Не-не-не, все, ребят, теперь как бы тут сами понимаете. Я не говорю то, что теперь все, там будем святыми, не выпить ничего. Не, ну все нормально. Но не так, как было это в любом случае. Как вы любите. Не знаю. В общем-то, пока у нас тоже на рассмотрении еще вся эта тема. Как делать и что делать дальше? Ну, что-нибудь придумаем. Главное, не бздеть. Слушайте, а на балконе-то как классно. Я стою вот в трусах. В одних трусах вообще не холодно. Даже ноги. Голыми ногами даже не холодно. Хотя у нас один стеклопакет. И не двойной. Так тепло дома. Там, значит, пурга. Пурга, вон, не знаю, вам видно, нет, в общем, там, вон, надо посмотрите на дома. Пурга херачит, ребят, смотрите, вон, пурга, прям, все. Ну, на камеру вам будет плохо видно, блин, мне классно видно, самое главное. Я здесь, значит, стою, так тепло, лучки солнышко, так все, зима, там вьет, а здесь тепло, так необычно, классно. Да, я люблю радоваться всяким мелочам. Бывает иногда такой наплыв настроения, вот именно такой у меня сегодня, а я... Влоги и все эти вещи, обзоры на игровые приставки, там какие-нибудь планшеты, все это я делаю только чисто от души всегда. Никогда не записываю их по принуждению, чтобы рекламу воткнуть или что-то. Сука, ты че, дебил, блядь, какой хуй ты несешь, мудофил, ебаный, блядь! Ты идиот тупой, нахуй, закрой интернет, блядь, не лази туда больше! Ну, вам сегодня рекламу я воткнул, но это... Не реклама, а совет дружеский. Тем более не какого-то чужого дядьку там пиарю, а просто посоветовал вам моего хорошего друга. Да тем более я там сам участие уже принимать начинаю. Я не знаю, просто мне лень. Он говорит, давай будем прям конкретно работать, ты тоже подтягивайся. Я говорю, бля, не знаю, я короче думаю, пока я еще. Я говорю, ну так чисто вот порекомендовать тебя, да. А пока туда вот это залазить конкретно, не знаю. В принципе, все, что хотел, рассказал. Давайте. В пятницу встретимся на стриме. Всех приглашаем. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.